Денис, спроси, где кафе сестры. Пойдем папу погоним. Пришли делать чикен. Все так колоритненько. Муниципальная библиотека. Здесь куча ребятишек. Женщина с фруктами на голове. Да? А вот это инжировое дерево. Здесь есть такие вот, как локальные местные штуки. Давай возьмем. Вот парням сейчас вот это дарят. А, ладно. Кофе можно взять и вот такие штуки. Кофе? Да. Кофе? How much кофе? Ты эспрессо, ты кофе и with milk? Ты американ? With milk. With milk? Mm-hmm. How much? What the price? I can stand up. I can shoot. Sorry. Они мучают кота, точно. Кота, тебя мучают? Эль Кабо-Верде гате. Кабо-Верде эль гато. А, я тебя люблю. Я тебя люблю. Заходи. Заходи. Обогащениями, просто пиндец. Даже этот Джей заржал, говорит. А ты ничего не платила? Нет, не платила. Я не разбираюсь в этих вискудах. Вискудах. И вот это вот. Слушай, получается 1.5 евро за одну, нет, за одну, да. Вы Эльгато трогали? Он офигенный вообще. А вы трогали? Ну, Никита с ним играл, он что-то играет. Пойди к нему, так он тебя будет так делать. Чест. Да, все это время. Мы приехали, там где жарко. Кебаб, шаверма, хамбургер. 3 евро за обед дня. Там он сказал второе, да, что-то. Куда ты пошел? Иди кекс ешь. Фил, ты роняешь. Да, кот. Мы должны были еще раньше прийти. Кот торт ест нормально. Прям. Мы просто маленько задержались там. Штиль попали, а мотор не стали. Что-то. О, нет, нет.
женщина, я так всегда расставала. А еще я комменты к нашему видео 360, которое на Амалхе торчало. Там все пишут, очень круто, как будто с вами прошлись. Надо будет здесь, между островами пойдем, Кабо-Верде. О, нифига, у чего кадры такие клевые. А ты видел, как сунул? Короче, он сказал, деньги на пляже не оставляйте. Вон там привязаны. Моторы уходят как на раз-два. А там можно? Ну, в смысле, в сумерках. В сумерках. Днем вроде как окей. Вот, а вечером либо как-то его на лодку возвращаете, либо вот сюда вот как бы, ближе-ближе, потому что это лайф, а вот фонарики, короче, вот это вот они, ага. Это максимум, что свет здесь, вот это вот свет, короче. А-а-а. Там ну сумерка. И... Вечером шибко не шарит, я так поняла. Нет, почему, он говорит, как бы норм. Он говорит, что тем хорошо, что это очень-очень маленькое место. И сетка. Но если вы внимательно обратите внимание, то у всей этой рыбы хвост настоящий, от настоящего тунца. А? Чили пляж? Да. Здесь так хорошо в тени, это дерево. Можно было вообще на дерево сесть. Музычка такая. Они, короче, целый день на такой танцуют, тусят, слушают музыку. Hello. How are you? Fine. How are you? Yeah, okay. Would you like to come inside? Oh, открытки, открытки. Открытки? Yeah, you can go inside and take a look. You don't pay for looking. Okay, thank you. We have the cowries. Тебе нужна вот такая мейка. We have the time, we have the one. Да, можно. Here is the tortoise village, Santa Maria. Mom. Yeah, this is Santa Maria where the tortoise lay eggs. And here we have the old Santa Maria beach. Mm-hmm. We have the volcanic stone, the volcanic. Церквушка такая милая. Еще европейские туристы. Бот-ярд по-кабовердовски.
Да-да-да. Прям четко было. Yeah.